Ну, вся предыдущая серия остановилась вот на этом моменте, когда я вышел от Геннадия Петровича и увидел перед собой вот этих трех огромных охранников амбалов. И я-то уже с ними хотел начинать выяснять отношения на кулаках, как мужики. Но подписчики в комментах-то писали то, что они даже не знают, кто я, что я, зачем я сюда пришел и что я забыл. Поэтому мне посоветовали просто пройти мимо них. И вот этим советом я прямо сейчас воспользуюсь. Здравствуйте, здравствуйте! Ой, а вы, наверное, на свадьбу к Геннадию Петровичу, да, тоже собрались? Он же вот с этой чиксой своей, вот этой курицей крашеной красится. Вы уже заждались, уже заждались! Вот, я его свидетельница. Курицы, свидетельница курицы. Вот, а вы опаздываете, вот сейчас кого-то уволят, по заднице надают и все. У Геннадия Петровича свадьба! Да, давай, опаздывайте, давай, давай, как? Побежали, побежали к Геннадию Петровичу, давайте, давайте, давайте. Ага. И мы тоже, бабуль, побежали как можно скорее. А, да, ага, да. Так, 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 так. А в первую очередь, я прямо сейчас пойду переоденусь, потому что, ну реально, вот в этом свадебном костюме вообще как-то, ну, не в прикол ходить. После этого мы сразу. Да в смысле-то зачем? Красиво же. Ну, тебе красиво, мне вообще как-то не вкатывает. После этого сразу же двигаем кони в детский мир. Туда, где мы договорились встретиться с владельцем игровых яиц и вот этой лаванды. Времени вот прям очень мало, поэтому жди здесь, охраняем тачку, заводи ее, я сейчас вернусь. Обернись, пожалуйста. Обернись, но мне платье снять надо. Трусы мои хочешь увидеть? Ну ладно. Вот так, это подвинуть сюда. Ой, болтается немножко. Так, еще. Это натянем. Сейчас все будет. Так. Опа! Так, шнурочки завязать. Щик-пук. Опа! Ну, совсем другое дело. Вот это я понимаю. Давай, 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 в тачку, давай, быстро давай! Погнали! Времени-то у нас очень мало. Нам еще нужно провести деловую сделку, отдать 500 000 рублей, остальные 500 000 себе забрать, до того, как Геннадий Петрович узнает то, что это мы у него с тараты взяли 500 000. Они сейчас там валяются бухие, когда вот очнутся, или вот сейчас их охранники обнаружат, вот тогда и наступит задница не только мне, а все же по сливке тоже. Покупаем билеты в Таиланд или куда-то в Мальдивы и сваливаем к чертовой бабушке как можно дальше отсюда. Смотри, тарантайки свои здесь оставили. Сейчас, подожди. Давай мы свою припаркуем, ну, немножко подальше. Вот где-то вот здесь, возле пивнушки. Пошли, пошли, бабуль, давай быстро. Короче, задача. В первую очередь убеждаемся, то, что здесь никого нет. Нет никакой подставы и за нами никто не следит. Я зашифровался и половину суммы перепрятал вот сюда, в этот подарок. Ну, чтобы не болиться, то, что мы тащим 500 000 рублей. Так, готово? Давай, стучи, стучи в дверь, стучи. Проверяй каждый угол, вдруг здесь менты спрятались, вдруг здесь какие-то камеры, я не знаю, камеры наблюдения. Так, ну слушай, я пока мусоров не вижу, вроде все нормально. Здравствуйте, вам что-то подсказать? Себе подскажи, рот закрой, не мешай! Слезь ты со стола, слушай, стой себе там и не рыпайся даже. Короче, ты видишь что-то, бабуль? Я вроде ничего не вижу. Эй, ты, чарт балаклаве, сюда подойди! Короче, спину мою охраняй и следи за этим продавцом. Здорово! И тебе здорово, чикса, тоже. Игровые яйца? Лаванда? Принес? Я-то принес. А ты принес? Ты дурак? Это ты должен 50% принести. Я-то что должен принести? А, ну да. Держи. Держи. Там 50%. Остальные 50% у меня в кейсе. Вот они. 500 000 рублей. Подарок? Какой нафиг подарок? Ты дурак? Ты реально не соображаешь? Внутри там! Внутри! Ты дурак? Где кейс с бабками? Пикачу! Там Пикачу! Вы имбецилы или что? Я не могу понять! Это конспирация, чтобы продавец не спалил, чтобы никто не спалил, что я вам принес вот этот мани-мани, понимаешь? Секреты. Вот это.
А-а-а, ты бабки засунул в подарок, чтобы не палиться. Неужели да... Екатерина! Он специально бабки в подарок засунул, чтобы не палиться перед продавцом, что он принес 500 000 рублей. Я специально в подарок засунул. Какой черт твоей бабушки Пикачу? Вы вообще тугодумы, но все, сейчас продавец знает то, что только что из подарка 500 000 рублей достало. Мне кажется, продавца надо того. Кого того? Кокнуть. Мистер! Мистер! А пройдемте в подсобку. Заходите в подсобку. Давай, проходите в подсобку. Вот это, игровые яйца, закрой его чем-то. Закрой, чтобы он выйти не мог, а? Все, иди сюда. Проверьте. 500 000... Пересчитай. Покажи бабки, пересчитай. Все нормально, 500 000 у тебя? Все. Короче, как договаривались, бизнес бизнесом, дружба дружбой. Было приятно с вами видеться. И познакомиться. И вообще вот это, встретиться несколько раз в жизни. Было приятно с вами познакомиться, и было приятно иметь с вами общее дело. Ну, вы мне сказали, у кого есть лямчик. Я сказал то, что я украду этот лямчик. И потом мы этот лямчик поделим 50 на 50. Ладно. Мы с бабулей, наверное, улетаем туда. За океаны, за острова, куда-то, вот это, в Тихий океан. Вот это Мальдивы, Таиланд, Бали или куда-то там. Вот это сказочные Бали. Вот. Поэтому, как бы это печально не было и... Такими друзьями бы вам не являлись, это, наверное, наша последняя встреча в этой жизни. Вот. Ну, если мы когда-то еще окажемся в Жопосливке, вы приходите, будем рады вас повидать. Сходить в пивнушку там, я не знаю. Удачи вам. Ну чё зырите? Сваливайте отсюда, а то сейчас все расплачемся. Ладно, да, все, вот, ты прав. Пошли. Закрой дверь уже эту сраную! Пошли. Давай. Быстро. Садись на ротайку и погнали. Давай. Вот мы закончили все наши дела в этой протухшей жопосливке. Черт твоей бабушки, покупаем билеты на Мальдивы и сваливаем просто отсюда. Ты как, бабуль, ты за... Мальдивы! Вот так же будешь кричать, когда мы туда прилетим. Ждут нас! Ждут, не дождутся. Покупаем билеты, бабуль, вот прямо сейчас летим куда-то в аэропорт. Топаем в аэропорт, покупаем билеты и сваливаем к чертовой бабушке. Но подожди, перед тем, как мы с тобой поедем в аэропорт... Мне надо забрать некоторые вещи в моем гаражечке. У меня там же еще бабки есть. Так, две мои машины, конечно, жалко оставлять, но все же. Здесь у меня бабки, здесь у меня еще один кейс есть. Да, мне бы короночки новые поставить, а то зубы не к черту. Вчера хлеб укусила, 3 зуба сломала. Это намек, что ли? Чтобы я тебе бабки дал? На зубы новые. На кой фиг тебе зубы новые на Мальдивах? Ты там максимум будешь кокосы кушать, ананасы и манго. Зачем? Просто берешь, закидываешь рот и жуешь. Бабуля, у нас и так... Ну, давай, вот на Мальдивах мы тебе сделаем зубы. Там, вот там намного все дешевле, как я знаю. Так, а во втором кейсе-то у меня... А, здесь пароль вроде... Раз, два, три, четыре. Ёханый бабай. 10, 15, 20, 30, 40... Да у меня в кейсе еще 100 тысяч! Неплохо я так за 30 серий грабителя награбил здесь. У меня здесь еще примерно 3 телевизора, которые я могу продать. Ладно, если я когда-то вернусь еще в эту же посливку, то я продам все, что у меня здесь есть, еще бабками немножко наварюсь. Так, у меня здесь еще 10 тысяч! Здесь 10 тысяч, здесь еще 8 тысяч! Бабуль! Порошок не хочешь? Он там примерно месяцев 5 уже валяется. Не, ну ладно, протух уже, наверное. Доширак, ну, в принципе, монтировка. Ну, наверное, все, я больше ничего не буду забирать, поэтому... А на Мальдивы поедем? Поедем? А, милок? Бабуль, мы прям сейчас туда собираемся. Сейчас я только освежитель передержа заберу, и можно сваливать. Все, пошли. Давай, выходи, давай. Вязать на Мальдивах будешь? Серьезно?
Там купаться надо, какие вязать? Все, бабуль, по коням. Давай, собираем ключики. Ага, и сваливаем. Давай, давай, выходи, давай. Да закрой дверь! Все, пошли. Они куда поехали? А ну давай за ними. Садись. Погнали. А куда-то они поехали, налево или направо? И вот тут я их потерял. Направо. Да они туда, налево, милок, налево. А, давай, А, так они возле аэропорта, они уже улетают. Давай вот здесь тарантайку остановим. Здесь. Выходи, выходи. Курлыкают там между собой. Хорошие были. Жалко, что улетают. А то опять общаться не с кем. Эх. Да. Наши единственные друзья были. Хотя, ну как друзья? Говорю, мы с ними виделись там два раза в жизни. Ну и вот. И маленькую сделочку такую провели. Но все же мне нравилась вот эта владелица лаванды и вот этот. Игровые яйца, мне яйца в принципе нравятся, а игровые тем более. Ладно, вот и подошла к концу очередная история. А у кого ноготочки буду делать-то? Да, лаванда хорошо с этим справлялась. Ну, бабуль, как говорится, да ну не плачь, ну чё ты разрыдалась, ну у тебя здоровье и так ни к черту, а нервы тем более. Не, бабуль, не плачь, чё хуже только станет. А, милок, слезы не могу остановить. Держи освежитель передержа, может освежит, что-то остановит там, я не знаю. Скучать по ним буду. Но мне кажется, все по ним будут скучать. Как говорится, у всего хорошего, да и у всего плохого, есть свой конец. Их история тоже когда-то должна была закончиться. Но, как видишь, закончилась очень даже хорошо. Они бабки получили, салоны свои вот эти всратые закрыли, и вот сейчас все, они поедут жить на Таиланд. Поэтому, что скучать-то по ним, у них новая жизнь начинается, так же, как и у нас. Только мы с тобой не в Таиланд, а это, на Мальдивы. Но, в любом случае, я действительно буду по ним скучать. Неважно, куда они улетают, неважно, что они сделали, неважно, что они украли всего лишь 1 миллиончик. Они хорошие люди. Они мне как вторые внуки. У нас с бабулей не очень много друзей, уже по сливке. Да и не только уже по сливке, а в принципе в жизни. Мы не с многими общаемся. Но вот я прям чувствую, что в игровых яйцах и в лаванде есть что-то то, что действительно способно на крепкую дружбу. Прикол в том, что я даже до сих пор не знаю, как их звать. Я до сих пор их называю лаванда и игровые яйца. Ладно, это не важно. Настоящей дружбе имена не важны. Ну вот, мы остались вдвоем. Да. Ну а чё грустить-то, бабуль? Мы также сейчас вот идем, покупаем билеты через интернет. Приходим сюда обратно и сваливаем. Ладно, короче, пошли. Времени не так уж и много, чтобы здесь стоять возле аэропорта и прохлаждаться не знаю сколько. Бабуль! Баблюб! Ты чё, зависла что ли? Бабулька! Ты чё, меня игноришь? Ёханый бабай! Ой, нашла время, чтобы сейчас повыёживаться. Ты заколебала, карга старая, мне въехать надо отсюда. Ты стоишь, игноришь меня, не могу понять. Приветствую, мистер. Hello, mother. Я очень скучать по вам. Мы долго не видеть с вами друг-друга. Джорджик, Джорджик, это ты? Ты так подрос.
Какой Мазер? Какой Джорджик? Ты... Nice to meet you, мистер. Who eat you, мистер? Какой я тебе мистер? Я же заикаться начал. Это... Ты... Какой Джорджик, чертовой баб... Бабуль, ты ничего не хочешь объяснить? Дурабасина ты! Это мой сын! Джорджик! Он с Америки приехал! Помнишь, я тебе про него рассказывала? Ну, ученый он! Ну, да, да, в начале сезона немножко рассказывала. Hello, Джорджик! I'm черт в балаклаве. Nice to meet you too, приятно познакомиться. Devil in the balaclava? Yes, fuck you too. Suck my dick, Джорджик, suck my dick. А можно я его просто Жорой буду называть? Жора! Добро пожаловать в жопосливку! Смотри, в говно не наступи, и об бомжа не споткнись. Значит, Джорджик ядрить калачей, да? Ну, здорово! Брат!